Всем привет! В этом ролике хотим рассказать вам об инкубации бройлера КО-500 Чехия вот в этом нашем новом инкубаторе. Полностью инкубация, что предварительная, что вывод цыплят, происходил вот здесь. Есть результат, о котором мы вам расскажем. Ролик будет носить чисто статистический характер, так скажем. То есть мы вам покажем, сколько из заложенного яйца было неоплода, сколько вывелось, сколько не вывелось. Вот. А уже более конкретно о плюсах и минусах этого инкубатора поговорим в отдельном ролике, когда у нас будет чуть больше времени. Приятного просмотра. Так, друзья, у нас перекладка яйца, выводные лотки вот в этом инкубаторе. Сейчас будем это делать. Только что я заложил, значит, вот еще новую партию яиц в эти три блица. Здесь у нас, значит, галашейка Red Bro и породная индейка. Так, здесь у нас гусь и здесь у нас утка Муллард. Ну что, давайте сейчас я буду авоскопировать и перекладывать все это дело. Всем привет! У нас вывод очередной в инкубаторе Коробкова. Ой, те мои какие! Вот они мои, все такие мои. Ой, лежат, греются. Отсюда забрали уже, Сашка забирал ночью. Вывод вот сейчас, я думаю, что пиковый будет, потому что, ой, лежат там у них. Пушок раздувает, боже мой, просто Мерлин Монро прям под ветерком, просто класс. И некоторые совсем, некоторые еще не очень совсем подсохли. Так, и там тоже, те мои хорошечки, я прям не могу, как я рада. Вывод всегда такой волнительный. И посмотрите, что на инкубаторе. Мамочки-то родные. Стекло все влажное и в пуху уже. Как могут такие сластяшки так все запушить? Все у нас в процессе. Цыплята лупятся. Прошло около 6 часов, наверное, чуть больше. Делаем вторую выборку. Цыплят убираем в скорлупу. Вот, смотри, какая красота. Выводной инкубатор, конечно, нужно. Так, лупится в срок, все хорошо, скорлупки чистые, этих никаких кишков наружу нет, пока нет, по крайней мере, вот. Ну, в общем, все нормально. Пока. Никто не упадал вниз из этих лотков? Один у меня как-то это самое вышел из лотка, не знаю, каким образом. Одного я вот достал с пола сегодня. Но живого все хорошо? Да, нет, он не в вентиляторе, как бы все нормально. Так, сейчас этих отношу и выбираем следующих. Друзья, у нас тут небольшая поломочка, но как бы бывает такое, ничего страшного. Где-то у нас на середине инкубации стал вываливаться плафон освещения. Вот. А сейчас, так как цыплята лупятся и пыль летит туда, вот в это вот отверстие, да, где у нас вся электроника, я думаю, это не очень хорошо. Никак закрепить у меня не получается, поэтому мы сейчас вот так вот просто закрепим скотчем. А потом уже, когда вывод пройдет, мы уже это все подремонтируем. Вот так, чтобы пыль не летела. Мы веселые цыплятки, любим с мамой танцевать. А еще мы очень дружно любим песни распевать. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, ой, как мы шагаем. Ко-ко-ко-ко-ко, ой, как мы клюем. Ко-ко-ко-ко-ко, ой, как мы танцуем. Ко-ко-ко-ко-ко.
смотрите. Класс, да? Это первый. Так, еще. Где-то был. Где еще? Где второй? А, вот он. Ну, он такой серый, видите? Вообще, какой цвет-то удивительный. Как у американского серого цвета. Ага. Какой ты серенький. Малыш. Так, что я выбираю? Так, два. Двадцать. Дай мне черненького посмотреть. Черного? Угу. Желтенький животик, просто вообще красавчик. И на крылышках черный. Смотри, желтенькая, ровненько. Не отвлекай меня. Угу. Мы с вами пока посмотрим на эту прелесть. И у него этот... Горлышко тоже желтое. Но ты очень красивый. Боже мой, какой же ты красавец. Помните волочки и людоедочки? Вас явно обманули. Это гораздо более ценный мех. Это точно какая-нибудь очень редкая, удивительная порода, наверное. Нас обманули. Ты мой сладкий такой. На. На нем желтый пух, смотри, как смотрится прекрасно. Можно сюда добавить? Нет. Хочу к папе. Хочу к папе. Пипи. Итак, вывод у нас закончен. Я сейчас при вас выключаю инкубатор, и мы смотрим, какое количество яиц осталось. Покажи. Я уже посчитал, 22. Никому не помогал, дополнительно не увлажнял. Вот что есть, то есть. 22 яйца осталось в инкубаторе, не выведенных. Из? Статистику мы подведем позже. У нас большой неоплод в этой партии, просто непозволительный. Все, выключаем. Готово дело. Вот у нас яйца, значит, неоплодные. Здесь, смотрите, две полных ячейки и верхняя ячейка вот в таком количестве. Здесь 73 яйца из 544 заложенных. Значит, поставка от 6, это неправильно, здесь апреля. От 6 апреля, покажи, да? 7 закладывал, да, вот 6 апреля, значит, яйцо. У кого какая ситуация по этой закладке, напишите в комментариях, что там у вас по неоплоду, потому как люди, которым мы продавали это яйцо, у них тоже великоват неоплод был в этой партии, короче говоря. Копчихи я. Копчихи, да. Соответственно, значит, рассчитывали мы на одно количество цыплят, вылупилось из-за такого большого неоплода меньшее, короче, количество. Обязательства мы свои выполнили перед людьми, цыплят всех распродали, нам осталось чуть меньшее количество, на которое мы рассчитывали изначально. У нас намечается один интересный эксперимент. Не знаю, удастся ли нам контрольную группу создать в количестве 100 цыплят. Будем надеяться, будем стараться. Вот. Но если будет чуть меньше, то не обессудьте, значит, будет чуть меньше. Но у нас в любом случае для этого эксперимента есть хороший запас этого самого эксперимента, поэтому мы можем его повторить на уже контрольной 100-головой группе, так скажем. Смотрите, следите. Предстоит нам сегодня заложить вот эти яйца в инкубатор. Но сначала его придется отмыть. Я уже в предвкушении. Вот. И надеемся, что вот в этой партии оплот будет получше. Очень надеемся на это. Эта партия от какого числа? Так, эта партия у нас 22-23 апреля сбор яйца. А так она от 27-го. Угу. А 27-й это понедельник, правильно? Да. Вот, ребят, кто покупал в понедельник яйцо, и у нас кто брал яйцо, значит... Общую статистику от вас ждем через месяц, через 21 день. Ну и ждите эксперимент. Ну, на самом деле, не мне вам рассказывать, наверное, какая грязища бывает после вывода. Конечно же, на самом деле, прям язык чешется сказать, что выводной инкубатор – это тема, который будет более прост в том, чтобы вот это все дело там вымывать, наверное, и больше времени будет. Потому что нам надо закладывать следующее яйцо. И срочно, сколько бы ни было времени, мне нужно вымыть этот инкубатор.
лотки большие, объемные. Вывод был хороший, нет никаких там слишком сильных загрязнений, но загрязнения есть все равно, и все равно их надо мыть. Короче, все, берем тряпку, берем все остальное, выливаем все эти вонючие воды, чистим вентиляторы. Вперед! И с песней. Дорогие друзья, мой вам совет, красьте лотки. Где-то возьмите такого супруга, который вам покрасит два раза лотки этой пропиткой какой-то на восковой основе, всем таким каким слоем, чтобы у вас губка по ней легко скользила по этой поверхности и отмывала все на свете, понимаете? Чтобы даже если дерево шлифованное, все равно на нем множество всяких засечек, заусенцев, и все вот это будет гораздо проще отмыть, если у вас оно покрашено, а желательно двумя слоями. Если производитель не красит, красьте все, потому что, допустим, в лице, я оставлю ссылочку в описании и наверху, мы красили тоже. Я красила и лоток, и красила, что я еще там, стенку красила деревянную. Имейте в виду, это сильно упрощает задачу. Посмотрите наше видео и попробуйте повторить. Это здорово помогает. Все вытащила, разобрала уже почти. И тут пришло озарение, что стоило бы это показать вам, короче. Какой трэш тут остается. Какой ужас. А, выключен же, да? Не помните, как он его выключил? А, наверное, вот так. Точно. Боже мой. Если я хотела раздуть пух по всему инкубаторию, я это сделала. Мама родная, он меня прибьет.